Водитель «семерки» хотел выехать с Вахитова на Мира и выжидал, пока поток машин прервется, и он сможет продолжить движение. Как вдруг почувствовал сильный удар. В легковушку врезался большой пассажирский автобус. Проспект Мира же, все машины отсюда едут. Я хотел пропустить машину. Мне надо было налево уходить, на разворот. Я ждал, чтобы дорога освободилась. Водитель автобуса общаться со съемочной группой не пожелал. Технических проблем у Нефаза не было, так что это просто человеческий фактор, объяснил представитель МУП «Электротранспорт». Очень часто ваши автобусы попадают в такие? Не часто. Иногда. А как считаете, кто виноват? Ну, здесь как бы уж наш виноват получается. В момент столкновения в автобусе находились пассажиры. Одна женщина пожаловалась на боли в руке. 38-летняя челнинка была госпитализирована. Эльвира Ермакова, Алексей Шатунов, эфир 24. 25 лет в эфире. С вами и для вас.